есть последние две недели простудных заболеваний не было? Нет. Пропадайте, пожалуйста. Татьяна Валерьевна пришла в первую Одинцовскую поликлинику на ревакцинацию. Двухкомпонентную вакцину она ставила еще зимой этого года. Перенесла хорошо. Сейчас решила усилить защиту с помощью однокомпонентного спутника Light. Поддерживает ее в этом и вся семья. Родители и дети тоже сделали прививки. А сегодня с ней на ревакцинацию пришел и муж Сергей Михайлович. Начали этот процесс вакцинации. Продолжаем, раз обстановка еще сложная, значит, нужно продлить, потому что я вообще считаю, что вакцинация – это шанс человечества для выживания. Уже около месяца в первой поликлинике можно сделать прививку спутником Light. Препарат показан для повторной вакцинации через полгода после первой, а также для тех, кто переболел коронавирусом. Действие прививки рассчитано на 6 месяцев. После вакцинации в первые 3 дня возможно также повышение температуры, какая-то слабость, ощущение озноба возможно, да, то есть как и после первой вакцинации, там и двухкомпонентными вакцинами. Вот. Ну, как правило, пациенты переносят хорошо, да, температура бывает, но первые сутки все проходит успешно. Ревакцинация пользуется спросом и проходит по записи. Параллельно в поликлинике проводится и первичная вакцинация от ковида, а вскоре начнется и сезонная от гриппа. Многие хотят привиться повторно еще, ну, как ежегодно, да, делают и от гриппа, и от пневмокока. Поэтому предупреждаем о том, чтобы разрыв между двумя вакцинами был около месяца. Если введение вакцины разделить по времени, то побочных эффектов быть не должно, а защита от заболеваний будет максимальной. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».